вечер, дорогие девочки и мальчики! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать! Лето в самом разгаре! Скажите, друзья, вы собираетесь ехать к морю? Да, Дуняша, мы совсем скоро поедем на море. Даже вещи собрали. Здорово! А ты, Лизонька, была уже? Да, мы уже были, но собираемся поехать еще. Ну, а тебе понравился отдых на море? Очень! Мы собирались на пляж с самого утра. Было очень весело, жаль было уезжать. Да, отдых на море – это очень здорово. А знаете, что можно даже сделать приятное летнее воспоминание о морском отдыхе? А из чего? Из предметов, которые имеют прямое отношение к морю. Вот посмотрите, что у меня есть. Ракушки, морская звезда, так. Ленточка, камешки с морского дна, да. И соль. Правильно, Лизонька. Ленточка. Соль, белая соль. Вот видите, здесь голубая с зелененькой. А знаете, для чего нужна эта соль? Нет. Ее добавляют в ванну для купания, чтобы вода была такой же полезной, как и в море. Ну что, хотите сделать поделку, сувенир? Да. У нас еще есть вот такая банка. Итак, начнем. Каждый из вас сейчас по горсточке насыпет соль. Вот, Лизонька, вначале белую давай насыпай. Вот. Осторожненько еще. Набирай, набирай. Так. Еще, еще, еще. Маловато будет. Еще давай. Так. Так, давайте я немножко помогу. Вот. Вот так. Хорошо, Катенька, ты теперь голубую соль двумя ручками можешь придерживать, чтобы не рассыпать лишнее. Давай, аккуратненько. О, как много. Давайте. Оп, молодец. И еще. Так. Хорошо, молодцы. Теперь мы баночку нашу на бочок поставим. Смотрите, и соль перемешалась. Это у нас как бы морское дно получилось. Можно еще раз туда, сюда, вот так вот. Вот что у нас получилось. Теперь можно положить на дно морское что? Камешки, ракушечки, да? Вот, Катюша, давай. Вот такую. Ну давай, клади, выкладывайте. Вот. Развернем к тебе поближе. Вот этот такой красивый ракушечка это. Кладем сюда. А еще камешки. Камешки давай. Хорошо. Зелененькие клади. Давай. Вот тебе. Хорошо. И там еще есть монетка у нас. Клади на дно морское монеточку. Теперь мы нашу баночку закрываем. И украсим ее ленточкой. Вот так. Завязываем. Узелочек. Кто-нибудь из вас умеет ленточку закручивать? Я умею. Ножничками. Вот, давай. А ты, Катюш, умеешь? Угу. Тогда один кончик ты закрутишь. Давай. Проводи. Я держу. Вот, просто можно вверх, так удобнее. Раз. Все, хорошо. Катюша, второй конец. Нет, отсюда начинай. Давай помогу. И еще раз. Вот, хорошо. Ну вот, пожалуй, наш подарок-сувенир готов. Нравится? Да, да, очень. Ой, так хорошо получилось. Жаль, что я не сделала себе такую. Но ты же еще будешь на море. Привезешь себе ракушек, камешек и сделаешь. Верно, Катенька. Не расстраивайся, Лизонька. Обязательно сделаешь такую красоту. И зимой будешь любоваться ею и вспоминать теплые летние деньки на берегу моря. Теперь вы, ребята, знаете, как легко и быстро можно сделать поделку, сувенир из чего? Из ракушек и морской соли. Что ж, мы с вами славно потрудились, а теперь можем отдохнуть и посмотреть мультфильм.
пожалуйста, какой я уже большой, да? Ой, какой маленький котенок! Ну разве я еще все маленький? Ну как же мне стать большим? Солнышко, как мне стать большим, а? А? Вот это убрать? И это? А-а-а! Понял! Понял, понял! Сейчас! Это все убрал. Бабушка, это же я все убрал. Так ты у меня совсем большой. Большой? Вот и пришла пора прощаться. До свидания, ребята. До скорой встречи, друзья. Ангела-хранителя.